Блин, прикольно получается. Ай! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Форум, Дарк Драгон, Куёка, Гусанёк, Угабуга, Арара, Радекс, пацаны, поздравайтесь. Всем здорово. Приветики. Здорово. Всем привет. Как у вас дела? Написали в комментариях, чтобы мы записали Абун выгоняется за нами, но только на большой карте. Поэтому у нас сегодня просто здоровенная карта, куча Абунг и классное настроение. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. В этом был смысл. Ребята, сегодня у нас будет 100 абунг, и это будет прям очень-очень жестко. Пацаны, разбегайтесь. Они, кстати, телепортируются, убежать уже далеко не получится. А мы сразу прыгаем аж сюда. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Кто хочет с нами записывать, может любой зайти и записать. Попадали и не возвращаются к нам сюда? Нет, ты их как заспавнил. Ну все сходится, все нормально, пацаны. Это я специально их поубирал. А, чтобы мы испугались. Ну, конечно. Вот сюда. Опа. Он может перепрыгнуть? Не может. Я буду его сейчас так обманывать. Опа. Он упал. Хе-хе, додик. Еще один упал. Вы что, бунги падаете? Вы дураки, что ли? Я вижу, они внизу, и я к ним падаю. Давайте проверим, что будет, если я упаду. Так, лечу. Я внизу. Они здесь просто стоят. Это очень странно. Ставим еще, раз они падают, будем тогда очень много их ставить. Потому что очень странно, падают под карту и не хотят дальше бегать за нами. Может, помещение у нас закрытие с ними? Абунговый дождь, аллилуйя, абунг... Ой, блин, жара! Вот, блин, да смотри, что они делают. Капец, они страшные. Страшные, страшные, очень. Похоже на чьих-то родственников. Ах, да, зараза! Что-то вы много умираете, пацанару. Ну это ж мы, это ж не то, что ты задрочитерский. Мы очень обычно играем. По-обычному. Я месяц так. Не играл. Какой месяц? Ты играл меньше. Я месяц не играл. Так какой на ролике где-то есть неделю ты там с нами записывался? Ребята, напиши в комментариях, сколько Дарк Драгон с нами не записывался. По последним ролике неделю ты не играл. Ты просто искажение реальности. Да вы чё падаете, мужики? Вы дураки, что ли? Они чё падают? Они алкаши. Да блин, эта карта очень странная. Так, давайте сюда пойдем. Ничего, у нас их 100 штук можем наставить. Печально, что они не могут выбираться с-под низу и к нам сюда постоянно идти. То есть, если дурак упадет, да зачем ты падаешь, Абунга? Это веселый ролик, когда они просто будут сваливаться вниз. Ну ничего, я их буду ставить настолько много, насколько это возможно. Так, чё, все? Ставлю еще, ребята. Придется наставлять их постоянно, потому что они что-то падают. Но я буду делать так, чтобы пацана было очень тяжело выжить. Очень. Вот это же. Все, 100 штук уже летит. Следующая партия, ребята. Да вы что падаете, дураки? Да вы что падаете? Ну, абонги, ну не падайте. Ну что, не дураки, не падайте. Да они что мочат? Да никого нету. А, да, есть. Но они за мной гонятся за того. Он сейчас опять упадет. Ну дурак, что ли? Ну не падай, мужик. Так, отлично. А я вниз. А он не может! А он может, за мной. Опа! Вот так вот, не может за мной идти. Да может! Хорошо, давайте сюда. А ты смотри, привязался, как пьяный до радио, а? Все, упал. Еще один пришел. Пьяный до радио, сказать. Это, блин, чувака споткнулся. Так, 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 ну что, я не должен умереть. Так, сюда, сюда, сюда. Очень странно они себя ведут. Блин, надо было какую-то, она может, другую карту брать. Не, ну пусть ладно это будет. Ну чё, давай, догони меня. Опа, а я вниз. А он тоже вниз. Опа, есть сюда. Будем его обманывать, пока он не упадет. Да, в этой карте абунги не понимают, где вверх, где вниз, и постоянно падают. Смотрите, этот привязался ко мне. Опа, опачки. Ну чё, упадет? Дурак еще один упал. Ну ладно, ладно, а чё ж делать-то? Чё, все опять попадали? Да. Получается, когда они падают, мы выигрываем. Нет, вон еще двое стоят на крыше. Они боятся, короче, сидят там и боятся упасть. Так, я, ладно,
В этой серии я буду ставить разных. Мы все-таки найдем самый... Это будет называться какой Абунга самый умный. Поехали. Да мне кажется, Тим, они все тупые. Вот это жесть. Кримеры. Все, полетели. Ух ты. Полетели. Жесть. Опять падают, да, все? Да, да вы чего падаете? Да не падают. Тима, они застроют. Ну нормально, пусть стоят, это наблюдатели у нас будут. Так, о, я вижу, пошел туда. Так, в следующий раз, ребята, я буду ставить на том острове и посмотрим, сколько Абунг до нас дойдет. Так, Абунги, конечно, очень жесткие, сильные, но не очень умные. Че рано? Гусь там стоит, танцует. Да где? Что попал? А нет, вот убивают все-таки. Я думал, все попадали опять. По 100 штук ставлю, они падают и падают. Ненормальные какие-то вообще. Идиот. Хорошо. Ставим других. Все-таки я найду самого умного Абунгу. Так, давайте ставим на том острове всех. Ой-ой-ой, кто-то на том острове, а мне завидует. Спасибо. Не, я не надо спасибо. Все. Никого нет. Отлично, отлично. Давайте посмотрим. А, ты дурак, что ли? А, вот так значит? Я сейчас тебя буду за физгалом держать, они тебя будут мочить. Так, они идут, пацаны. Давайте аж сюда прыгнем. Опа! Отлично. Да, дурак, ну куда ж ты падаешь? Так, бегут, 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 отлично. Так, сюда дойдут? Дойдут. Так, давайте сюда. Опа, уже и тут их много. Так, вот эти розовые, они более такие, более умнее, что ли? Еще без... Да. Да. Смотрите, эти прям хорошо, да, играют? Ай. Так, давайте сюда побежим. Все, стоим, смотрим. Так, там позастревали опять. Спасибо, что полекал меня. Так, сюда они дойти не могут, уже интересно. По бортикам тоненьким они совсем печально ходят. Эй! О, спасибо, отлично, я приземлился, только подлюка такая, я тебя запомнил. Спасибо за подсрачник мощный, мне нравится это. Че, опять все попадали? Да. Нет. Да вы чего, Бунги? Что-то они сидят тут за мной бегают. Бегают, да, все-таки есть еще, ребята, они все попадали. Так, отлично, прыгаем сюда. Видимо, тебе скажу. Еще один упал, я увидел, он полетел вниз там. Тима, два застряли пока на острове. Ну все нормально. Они морозятся, они не хотят с нами воевать, потому что падают постоянно. Че, давайте еще будем ставить и проверять все-таки, какой самый умный. Давай. А, хорошо, можно. Ребятушки, я понял. Ставим вот таких вот. Вот таких, да. Посмотрим, как они могут воевать. Если я так буду, сам будет падать. Ой, да, сразу падает вниз. Давайте на том острове будем ставить их. Круглоголовые. Сразу по 100 штук, ребята, лупашу. Максимально много. Все. Давайте проверим. Да ты дурак, что ли? Нет, я падать не буду. Ах ты хитрый, ах ты хитрый. Ах! Все. У тех, кто физганом, я буду... Так, где это? Отвали! Да хватит толкаться! Дима, я сейчас вижу, как 20 штук просто в одну точку пошли и упали. Но это они самоубийство сделали. Ого, как это мне никто не убил. Групповое самоубийство. Они... Так, сюда. На карте маленькая, да, плоско, когда мы играли в лабиринт, они телепортировали. Здесь они телепортироваться не могут. Это очень странно. Очень. Мне казалось. Да, они не телепортировались? Нет, тебе казалось. Так, идут. Давайте проверим, упадет хоть кто-то один. Опа, упал. Нет. Так, все-таки они убивают и при этом падают. Пацаны, ну прекращайте падать, вы чего? Давайте, нас мочить надо. А! Блин, пока стоял, смотрел, меня убил. Эй, зараза! Да, с ними встречаться неприятно. Отвали. Опа, в воздухе скорректировали свой полет, отлично. Че упал? Ребята, веселая серия, когда они просто все падают вниз. Легкая серия. Легкая, да. Ну, попросили большую карту. Я думал, все-таки они, знаете, здесь будет по-умному так ходить. Но ничего, все равно прикольно. Опять попадали. Хе-хе, какие-то остаются какие-то... Да хорош скидывать меня! Это уга-буга. А, вот так за... О, они внизу здесь. Только я вот что-то... А, все, я умер.
Очень странно, меня телепортировало просто. Они там так, это у нас Гусанёк. Ладно, Гусанёк мне не скидывал. Это Дардрагон тебя скидывал. Так, Дардрагон, стоять! Стоять! Стоять, пошел отсюда. Вот. Упал? Не упал! Не упал, я увидел. Так, стоять! Где этот телепиздрик? Что, опять они все попадали? Хорошо, ребята, ставим следующую партию 100 штук. Ставлю черный. Мне кажется, черный вообще прям, да, мощный? Да. Это тебе отместочка за те розы, которые ты мне скидывал. Это вообще не я был, я первый раз только тебя начупал. Это я. Что ты мне столько насолил? Нормально, нормально, жить будешь. Дима, сзади. А! Пока, Дим. Еще ставим. И еще ставим. Какие-то дойдут, какие не дойдут. Так, быстрее бежим, бежим, вот бежим. А тут есть куда-то? А! Да хватит мне скидывать! Дардрагон! Как интересно. Стоять! Стоять! На! Вот за то, что ты меня скидывал, я буду так делать. Так, ребята, в следующий раз, когда мы будем ставить карту, мы уже не будем ставить карту, где они могут упасть, потому что они просто, смотрите, падают и все. Очень странные челепиздрики. Так, Дардрагон опять бежит проиграть. Нельзя, так нельзя. На. Нельзя. Ах ты, стоять! Мочи его, на. Пацаны, я буду мстить, если вы это будете делать. Нельзя. Да что ж вы падаете, негодяи такие. Падают и падают. Я Диму буду бить. Ну карта прикольная, смотрите, интересная карта, очень. Народ, предлагаю одно. Спасибо, Гусь. Знаете, предлагаю что? Предлагаю Абунгу помочь убивать Диму. Да. Не надо меня убивать, я вам буду ставить Абунг тогда. Ой, давай. Не верите? А давай. Хорошо, давай, хорошо, договорились. Ты говно собачье. Ах ты зараза! Ах ты зараза такая. Хорошо, очищаем карту. Так, где же у нас Дардрагон? Сейчас я ему буду ставить Абунг. На! Там себе поставил. Вы же обращайтесь, я ж очень умный. Ну. На. Сейчас тебя догонят. Не догонят, я убегу. Прыжок. В воздухе корректируем прыжок мой. Так. На. Отлично. Нельзя меня мочить. Это защита Абунг, это мои телохранители. Они за мной что-то, зараза, гоняются. Блин, а вот эти быстрые обычные Абунги. Намного быстрее. Хуёлка сзади. Так, никого нету. Дима. Ой, люди, видите или нет? Зараза. А что я тебе сделал? Зачем? Ну я думал, что ты за них. Ай-яй. Я сказал, что буду ставить вам Абунг, чтобы было веселее. А ты что там стоишь? На тебе. Блин, классно! Я при. Я наставлю перед смертью их там. Лечу вниз. Ну интересно, телепортирует меня или нет? Давайте проверим. А их падает все больше и больше. Так, ничего не происходит. Да, телепортирует. Мне Диму убить? Не надо. На. Так. Промахнулся. Ладно, быстрей. Да что ж такое, руки из одного места растут. Да хорош. Ты что, дурак, что ли, на тебе за это? Будем вместе с тобой лететь с Абунга. Абунга, как нормально все, четко. А их тут уже внизу, это просто жесть. Их бум. Много. Да, их очень много. Ну что, Дардрагон, где ты? Ой, блин. Блин, это веселье, это веселье. Мне нравится. Эй, окружает меня. Так, отлично. Вот это веселая серия. Туда побежим. Отлично. Отлично. Форум сделал мне классное настроение своей смертью. Дардрагон еще больше это сделает. Да, я тебе могу стрелять. А, это говно. Так, где у нас Дардрагон? Где? Погоди. А вы что там стоите? А, все, 100 штук уже наставил. Хорошо. Следующая партия. Следующая партия. Кончились, да. На. На. Куёк, а что ж ты хотел? Я Дардрагона ищу. Очень срочно нужен Дардрагон. Так, допрыгиваем. Не получится, пацан. Эй!
это быстрые бунги. А! Дардрагон! Дардрагон! Так нечестно винтовкой! Ля крыса! Есть такое блюдо французское, ля крыса. На тебе за это, за то, что ты за мной бегаешь. А, я рад. А где же у нас ля крыса прячется? Мы его убили. Потому что его убили. Так, никто за мной не побежит. Буду защищаться бунгами. Так я еще никогда не делал. Я хороший. На ага, тебе, понятно. За то, что ты хороший. Я тебе не верю, на тебе тоже. Прикольно, 100 штук в запасе. Всегда есть чем защищаться. На тебе за это. А, вот это было рядом. Верю, верю. Так. Форум говно продать. Ты меня убила, я говорил, я хороший. Когда сказал, я только сейчас узнал. Опа! А! Ой-ой-ой-ой-ой, это сальтуха красивая. Все, Драгон, мир против Димаса. Да хорош, чего вы меня хотите убить? Серьезно. Смешно было. Смешно было. Хорошо, смешно, да, вам? Да. Я запомнил. Я запомнил всех, кто меня убивает. Ой. О, прикольно, я помню эту карту. Это месть. Тихо. Это тебе за то, что ты за то, что ты с Драгоном хочешь меня убить. В смысле, а я не форум. Ну ничего страшного, передашь форуму привет. Привет. Тут надо Дима. Ууу, я не долечу. Ай, блин, промахнулся. Ой. Ну все, все, прилетел. Так, сейчас пока я возрождусь, ставим новеньких. Ха, валите, обунги. Опа, прыжок есть. А где Драгон, вы его видите? Нет, я не скажу, мы с ним. А, вы с ним. Да. Встречаетесь? Ой, ёлка, вырубай свою. А, это не ты. Пардон, я думал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Драгон. О, зайди туда. Куда? В треугольник, в котором мы искали. Ой, квадрат. А где же они? А где Дима? А где ты? Ай! Блин! А, вот умер. Я их ставлю, сам умираю на них. Ага, ага, Дардрагона. Туда его. Так Дардрагон, ты хорош! Ну снайперк, это ж нечестно! Ладно, давай повеселимся. Дима, я сейчас отомщу за тебя. Ладно, не снайперк, это пистолет. Ну все, они к тебе идут. Я вижу, там вниз. Все. А нет, Дардрагон живой. Ой. Да вы шо, сговорились? Я думал, подписчики... А, у нас не 100 штук стояло. Хорошо. То 200 абунг. Я разозлился очень сильно. 200, не ссы. Дима! За что? За дверью, за дверью. Дарк, это я... А, промахнулся, стопэ! Я, у меня месть Дардрагону, на тебе. А мне за что? Да ну я ж видишь, как оно. Всех, кого вижу, того и мочу. Это куёк, это ладно. На. А, куёк умолодил. А, есть, Дардрагона убил, есть! Есть! Я ему отомстил за тебя. Летим, летим, летим вниз. Нет, не промахиваемся. Ох их там, ох их там. Отлично, обманули судьбу. Дурак, что ли? Вы свои мечи знаете, куда засуньте? В одно место. Называется опа. Опа, ух ты. Опа, опа. Где Дима? На. Снова меч. Ох, их внизу уже. Это просто жесть. Я смог. Ей-ей-ей-ей-ей. Все, я разбился. Вот мгновенная смерть. Аня, валим. Ты меня сбил. А где ж Дардрагон, а? Ауч, я тебя не убью. А! Ты, отвалите! 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 Блин, прикольно получается. Ай! Как так? Драгон молодец, разнообразен ролик моими смертями. Слышь ты! Драбодогш! Это не Драбодогш. Не сходишь с дробовиком, буду. А где ты вообще, крыса?
Я всех габунков не спускаю. Да? Да, а ты где? Я ищу тебя, не могу найти. Ответочка пришла. А? Это наш драка абунгами. Умен рабашами, вас абунгами. Только небольшой минус, они меня тоже хотят убить. Если мне еще не хотели убивать, на тебе. Так, бежи, бежу. А где он? Ну чё, где вы? Негодяи. Да. Так, берите дропайки, так интереснее будет. Да. Дробовиком убил. Ну, Дардрага, ну я тебе же ж ничего хорошего не сделал. Слышь ты, стрелять знаешь, по кому будешь? Осуждаю. По тебе. Да вы задрали. Да хорош, ну Дардрага, ну скажи им. Ну, пожалуйста, не убивай, я тебе скину за это. Так, ребята, блин, ну это жестко, вообще, Dark Dragon реально читер. Так тебя ж не только Dark Dragon убивает. На! Убил Dark Dragon? Нет. Убил, Dark Dragon мертвый. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Ай, вам сейчас тоже привет из будущего.